Вот еще сегодня один гриб мы нашли. Так, ну это зонтики, это маслята, это зеленушки и мокруха одна. А это вот гриб печеночник. Вот снизу он такой желтоватый. Вот. А сверху красный. Как мы его будем готовить? Мы его порежем кусками, как печенку. Чем тоньше кусочек, тем лучше он прожаривается. Вот он какой. Теперь мы будем делать печеночник в кляре. Для этого мы вмакаем в муку и в яйцо. Вот. А потом будем ложить на сковородку. Для этого мы наливаем растительного масла. Включаем газ. Раскаляем сковородку. А пока делаем кляр для печеночника. Структура гриба интересная, похожа на кусочек мяса. Спутать гриб очень сложно с чем-либо. И ложим на сковородку. В яичном кляре, да, получается? Можно было еще тоньше порезать, да? Угу. Да? Ну, следующий раз. Рассыпаться. Ну, давай, чтобы дополнить сковородку. Смотрим, переворачиваем. Мне кажется, тут лучше даже, чем зонтик. Да, такие консистенции. Ну да. Зонтик рыхлый, а этот такие. Вот такой вот гриб печеночник, пожалуйста, в кляре. Все, будем кушать.